Всем кукуси, ребят. Ну что, давайте смотреть, что у меня тут поменялось в прошлой серии. Я, как я говорил, немножечко переделал наш домик. Во, облагородил немножко, поставил себе тут шкафчик, зеркало. Но по поводу шкафчика я сюда ложить ничего не буду, потому что если зомбаки прорвутся, они, как обычно, мне ломают вот эти две стены, то шкафчик будет как бы этот, как конечный, так что... Пусть пока стоит, а там разберемся. Все-таки мне по деревянному полу ходить приятней. Ну, как-то оно все... Все лучше, не знаю. Так, вот у меня тут еще диванчик. Появился столик. Так, это дерево растет, надо будет срубать, чтобы нам не мешало. А здесь я оставил чисто металлическую конструкцию. Я все равно по нем не хожу. Так, вот. Коврик. Ля. Ну, красота. Вообще шикарно. Картинка и полотенчиком. Все, на втором этаже... Ага, здесь надо будет еще стенку доделать. На втором этаже у меня, получается, будет тоже, наверное, какой-то тайничок. А мне, наверное, дерева не хватит. Ну, ладно. Давайте, наверное, срубим вот это вот дерево, что нам мешает. А, да. Здесь я взял и облагородил это все стеночкой. Вот оно, где у нас находится. Стенка, стенка, стенка. Вот. Металлическая защитная. Просто обшил ее по бокам. Дальше я тоже буду обшивать, сюда ставить металлические, получается, шипы. Вот эти вот, колючая проволока. Потом баррикады, я не знаю, усиленные. Ну, то есть буду стараться полностью вот так как-то защищать свой домик. И плюс еще на берегу. Вон, потратил кучу дерева. Они у меня респятся, не знаю, почему-то зомбаки именно в этом месте. Там тоже наставил. Я понимаю, что это не спасет, они это разберут буквально за... Минутку за две, ну, возможно, мне этого времени хватит приплыть откуда-то сюда и забаранить их. Надо будет, наверное, себе сделать лодку. У нас же лодка с вами появилась. Где тут у нас лодочки, лодочки, лодочки. Вот лодочка. Вот есть деревянная парусная лодка, в которую могут 4 человека типа залазить. А есть моторная лодка. Я не знаю, может ее попробовать построить, посмотреть, как она себя будет чухать. Но у меня металла нету. У меня реально там осталось 10 металла. Нужно будет сейчас, когда поплывем на этот остров и разберемся с теми аборигенами, нафармить металла. И посмотреть, прокачать вот эту вот вторую ветку. Возможно, здесь будет плавильня, я не знаю. А может, на четвертом будет плавильня. Хотя не, наверное, на втором будет плавильня, а потом уже, видите, у нас есть железные слитки. И после этого, как мы прокачаем, я хочу потом сделать себе где-то вот оружейный стол. И чтоб у нас был наш первый пехоль. Здесь ничего интересного нет, все как было, так и есть. Заборы, лодки и... Ну и все, в принципе. Ничего нового у нас не добавилось. Так, ладно, давайте пока месь утречка. Мы сейчас с вами сёрнем водички немножко. Так, дай. Ой, вкусненько. Да, сернем на водичке и поплыли. Так, дверка. Алло. Алло, дверка. Вся, молодец. А, да, добавил еще сетку себе все для рыбы. Проверить, как оно будет. Только в чем прикол? Вот видите, у меня здесь пусто, да? Я нажимаю взять рыбку, а ее нету. Я либо ее ем, хотя навряд ли я ее ем, правильно? Я не могу понять, почему у меня рыба типа не берется. Может, из-за того, что оно на поверхности, а не под водой. Спрашивать, почему так, я не буду. Вы все равно не пишите в комментариях. Так что... Возможно, из-за того, что оно не под водой. Ну, надо будет как-то проэкспериментировать, если не забуду. Надо будет одну под воду поставить, одну так оставить. Кстати, что там на нее мне надо? Что-то мне на нее надо. 2, 3... Не знаю, может попробовать сразу сделать. Потому что вы видели, я забрал рыбку. А, она исчезла, испарилась. Ее здесь нема. Ну, либо я чего-то не понимаю, либо ее рыбки вообще нету, либо мне она тупит. Ну ладно, разберемся. Ну что, поплыли? Поплыли, разберемся сейчас с теми челиками. И надо будет полностью как-то заставлять шипами, я не знаю. Потому что... Реально, это не прикольно. Просто единственное, я не знаю, жаловался, не жаловался, я не могу понять, к
как они так быстро ломают вот эти вот колья. В других играх, когда ты ставишь шипов, ну, эти шипы, знаете, колючку, они как-то ранятся. Они реально ранятся об эти шипы, и все, и до побачения. А здесь не, они прям уперто так берут. Топориками разбивает мне это все. Так, сейчас, ну, одну секунду, ребята, кое-что проверить надо. Кое-что надо проверить. Так. Все, поплыли дальше. Так что нам тут, кажется, развиваться еще и развиваться. Блин. Я надеюсь, что на втором уровне мы с вами сможем плавильню себе поставить. И заниматься в плавильне уже. Может, после острова поплывем вот сюда. Посмотрим, что оно такое здоровое здание. Что оно из себя представляет, это здание. Может, там что-то тоже будет вкусненькое для нас лежать. Все, ну в турму я больше не пойду. Ну его. Так, единственное, не знаю, респятся заново эти ящики с оружием, которые там были. Или чисто один раз залутал, и все, и до побачения. Так, блин, и туда хочется, на вот это вот здание поплыть. И сюда хочется посмотреть, что это такое. Да и надо, наверное, будет себе все-таки делать моторную лодку. Я думаю, она будет километров 150 плыть. Я надеюсь на это, конечно, что она будет под 150 гнать. Потому что если я на катамаране здесь 60 километров выдаю, то на лодке, по идее... Так, а это справа белая вот эта полоса. Это типа оно у меня ломается, правильно я понимаю? Ой, не-не-не, отмена. Да, ломается. Прикольненько. Все, теперь она у меня целенькая. Так, а что такое? А что я как бы... Что это такое? Алло, алло, игра, отпусти меня. Игра, отпусти. Все. Так, не туда, вот сюда. Ближе подплывем. Ближе подплывем. Берем в руки, наверное, с вами... Наверное, с вами копье берем. И пошли разбираться. Надеюсь, у них... Блин, сетка здоровая такая. Может, у нас сетка здоровая будет для рыбки. Так, это хлопок. Я из хлопка могу делать, получается, этот, как его, курточку. Я увидел зимнюю теплую. Ну что, донде стала библиотеки? Где вы, парни? Алло. Ах ты, падла! Прятался, да? У кустиках. Прятался. Ой-ой-ой-ой-ой, там стреляют. А там стреляют. А там стреляют по нам. Давай. По одному, ребят. По одному. Ах ты какашка. Ах ты падла. Ну сейчас заприплываем. Сейчас, да-да-да, сейчас ты меня поэкаешь. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Давай, наверное, мы пудинг скушаем. Скушаем вот так, пусть восстанавливается. Возьмем с собой мы вот так и поплыли. Ах ты, падла какая, видишь? Ве. Так, а ну, поплыли. Блин, надо было их баранить с этого с арбалета. Ладно. Это как прям в прошлой серии, да? Сейчас буду, наверное, раз по 20 туда-сюда плавать. Так, что это? Это металл, да? Блин, хочется забрать, ну ладно. Не буду тратить время. Так, а это что? Вроде ничего. Серую вижу. Штуки эти. А эти штуки я, наверное, соберу. Их можно кушать. Они мне здоровье восстанавливают. А по поводу металла, наверное, пока я с ним буду не собирать ничего. Потом можно уже будет поплавать. Когда будет свободное время. Ага, много их тут. Сейчас, ребят. Сейчас я приплыву.
Только самое интересное, там у кого-то был этот, как его, пехаль. Там у кого-то был пехаль, это мне не нравится. Хорошо, что я ласты прокачал, что мы быстрее с вами плаваем, потому что без ласт это было вообще чисто печалька. Так, кто ты, топорик? Ага. И топорик нам пока мест не нужен. Нужно было, конечно, черепашку сейчас забаранить, но сырое от сырого мяса нам плохо, по-моему. Если я не ошибаюсь, я грибы сырые когда кушал, то ему плохо становилось. Так что... Давайте пока попробуем так. Да, когда ствол будет, будет, конечно, лучше. А, и кстати, вы же не видели, вам не показывал. Мы теперь можем делать простую гранату с вами, ля. Черный порошок нам нужен. Ну, я так понимаю, мы будем делать его из серы. Мы же серы с вами добываем. Наверное, будем делать себе. У нас будут с вами гранатки. Так, ладно, меньше слов. Быстрее плывем, потому что сейчас будет 6 вечера, оно потемнеет, и я вообще ничего видеть не буду. Блин, бедный, устал, да, плыть? Ну давай в руки арбалет возьми, может легче будет плыть. Так, ну ша. Где эти? Мужчины. Аля. А, выходи по одному. Выходи по одному, не стесняемся. Так, взять все. Хорошо. Что это? Давайте скушаем. Давай крабика, да, скушаем? Да, и эту штучку. Все. Няма-няма. Так, это нам не надо пока, месь. А где тут челик откис? Где его тут? Где-то тело откисло, и где это тело бегает? И у кого из вас был ствол? Расскажите мне, пожалуйста. Ладно, вы пока там сидите, я у вас немножко металла заберу. О, все, еще помоечка, ля. Ха, ты что? Чисто помойная панда. Отвечаю. А, здорово. Попал? Попал, да? Блин, у них вот эта вот броня. У них вот эта вот броня, падла, не пробьешь. Ладно, чтобы тут ни у кого ствола не было. Потому что реально меня бомбанет. Так, ребят, вы не против? Я немножко... Что это у вас тут? О, медная руда, я вас меди немножко подкормлю. Надеюсь, на базе никого нету, вы на карго поплыли. Крица, пока не вы там на карго, я... О! Ах ты падла! Ля, что творит? Ля, что творит этот камерун? Да ты... О, это шо у тебя там за... Это шо у тебя там такое? Ага, а у меня нема даже чем и подхилиться, да? Так, ткань, бинт есть. Хорошо. И шо? Не, ты знаешь, куда иди? Что мне делать? Я ж тебя не вижу, падла. Ну, это не проблема. Да, с этим-то не проблема. Это вот за поранем, ага, у нас кровотечение. Ну все, это конечное. Так, а где ты? Ага, где ты? Где ты, падла? Дай хотя бы хоть чуть-чуть тебе покоцать. Покоцал, проверяю. Ага. Но у меня есть еще один шанс сюда приплыть. Короче, тут два варианта, ребят. Либо я сейчас плыву сюда и забиваю на этот остров и открываю, получается, это как его второй уровень себе верстака. Если там будет плавильня, плавлю себе металл, делаю оружейник и с оружием туда уже плыву. Патрошек, конечно, у нас с вами мало, там что-то около 20 штучек всего, но... По-другому я просто не знаю как. Я с арбалетом явно буду очень долго и нудно их разбирать. Да плюс, сами понимаете, я к ним не подбегу, чтобы копьем забаранить.
Ладно, пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Блин, у меня выносливости нету, ничего нету. И запряться там нету где. Самое интересное, я не знаю, сколько там со стволами челиков. Ну, то есть он может быть и один там, а может их быть человек пять. Ладно, ладно. Еще минут пять где-то есть у нас с вами, чтобы темноты не дожидаться. Попробовать еще раз. Ну, если не знаю. Опять, наверное, нажму на паузу. Попробую их всех спокойно забаранить. А потом уже просто подключусь и покажу, что я тут нашел. Да, без оружия, конечно, в этой игре печалька. Не, когда я эти хедшоты ему выдаю в голову, то, в принципе, еще нормально. Еще, в принципе, нормально, как бы. Ладно, ладно, давай смотреть. Надо было этот бинтов взять с собой. Надо было реально взять с собой бинтов. Ну ладно. Спешу. Сильно спешу. Надо просто сказать, Арчи, не торопись-ка. Так, а забрать все. Тихо. Все, до побачення. Так, давай. Все, скушали. Выпили. Хорошо. У нас даже 6 чего-то там есть. 6 чего-то там даже есть. Так, а ну, придурок, ты где? Покажись, пожалуйста. Чтобы я тебя видел. И главное его увидеть. Там уже будет как-то полегче. Давайте попробуем обойти, посмотреть, или не знаю. Просто сейчас же до первой пули, да? На первой пули и все, и опять кровотечение, опять до побочения. Блин, надо было бинокль с собой брать. Типа высоко сижу, далеко. О, картосечка, та ты шоля. Бонжур. Что вы, парни, тут? Донде стала библиотеки? Не? Жалко, тут стелс не работает. Ну, либо работает, либо я в стелс не умею. Но я думаю, если я сейчас начну ломать их забор, то я потрачу, наверное, на это дней 5. Ага. Ага, где ты? Понял, попал. Попал, проверяй. Падла. Сейчас мы потихонечку тебя так и забараним. Слышь, придурок, а покажись, пожалуйста. Алло. Так, кто это? Так, а можно я тебя немножко подфармлю? Что бы это ни было, это железо. Все, да, эти немножечко. Не переживай, я буквально... Во. Пару камушков у тебя заберу, и все. Ну вот, где оно сейчас? Вот где оно делось? Где оно, падла, делось? Так, ты кто? Ага. Хедшот. А не пробивается, прикинь? Прикинь, не пробивается сквозь. Стоп. Ты ж не видел меня. Я ж как хитман. Что там, больно? Больно, зайчик. Ну, дядя шутит. Серьезно, дядя пошутил. Да ё-моё! На. Е. Да. Кто тут еще есть? Кто тут еще есть? Как к тебе пройти сюда? Никак, да? Хорошо. В принципе, неплохо. Минус один. Главное сейчас того снайпера найти с этим, как его... Со снайперкой или с чем он там был.
Так, ляна, крысу можно, да, забрать? А ну. Да ты шо? Стой, бинтик сразу делаем, отлично. Что у нас тут лишнее? Вроде ничего, да? Давайте закушаем немножечко. Так. Давайте пройдем, посмотрим, что у них тут есть на острове. Блин, я бы сюда к ним бы переселился. Если бы я знал бы точно, что... Так, кто ты? Если бы я знал бы точно, что они здесь не будут респиться постоянно, я бы, наверное, сюда переселился. Да? Место какое хорошее. Сколько у вас здесь всего вкусненького. Так, место есть? Ага, места нету. Угу. Значит, надо будет что-то потом выкинуть. Так, кто еще тут у тебя? Кто еще у тебя, тут есть? Так, ну чуть-чуть. Чуть-чуть можно подфармить. Главное, чтобы стекла не было. Это у нас что? А, ткань. Компоненты, ткань. А у меня места под ткань нет. Ладно, ладно, парни. Парни, вы где тут? А, и на хлопок места нету, чего? А, наживка для рыбалки, понял. Щукс. Наша, ку-ку. Есть кто? Блин, а как вам пройти так незаметно, чтобы... Ля, могу, да? Ага. Два раза могу. Так, это просто камушки, да, это просто камушки. Так, можно, пожалуйста, не лагать. Короче, я предлагаю сейчас бегать к лодочке, выложить все. А потом уже смотреть. Ну что, если, к примеру, у нас сейчас тут лускнут, то мы с лодки начнем забирать все. Все, не уставай. Я понимаю, что спадки хочешь. Уже сонный час, но тут уже дело принципа пошло. Так, изменить цвет. Не надо мне цвет. Так, давай, наверное, мы ложим вот так. Так. Все лишнее мы ложим. Фонарик мы оставим вот этот вот. И понямать мы, наверное, давайте с вами разделим пополам. Вот так разделить все. Одну мы ложим вот сюда. А две штучки забираем. Мало ли нас подстрелит, то... Пуль захилиться можно будет. Все, побежали. Так, а теперь на карты. И потихонечку, помаленечку. Навряд ли, конечно, это то тело было второе, только что мэкнул с этим оружием, но мало ли, больше никого нету. Блин, разработчики, добавьте стелс, пожалуйста. Добавьте, пожалуйста, стелс. Ага, вот вижу один. Но я тебе в голову не попаду, да, наверное? Да. Остановись, пожалуйста. Так, бонжур. Бонжур. Что у вас тут есть вкусного? Ах ты падла. Ты где, наверху, да? Наверху, падла. Где ты? Да, кровотечение, я вижу. Вижу. Так, это, конечно, я зря, наверное, делаю. Так, где ты? Алло, покажись, а. Самое интересное, они как-то умудряются простреливать меня сквозь все. Просто сквозь все простреливать. Так, тихо. Меня тут нету. Я просто посмотрю, что в коробочке. Тихонечко. Так, ты шо, граната? Ля, ребят. Ребятусечки мои, ж вы антибиотики. Восстанавливает значительное количество здоровья. Хорошо. Хорошо, гранатка есть. Блин. Блинский. Может, все-таки мэкнуть их? А я не хочу терять гранатку. Ага, вон еще что-то есть.
Может, знаете, что я предлагаю? Давайте я просто чуть-чуть сейчас тут по-тихому так залутаюсь. Потихонечку. Потихонечку залутаюсь. Потихонечку залутаюсь. Денежку нашел. Потихонечку залутаюсь. Опа. И свалим отсюда. А потом попробуем сюда вернуться, когда у нас с вами будет оружие. Так, так. Ты шо, ля какая. Ля какая штука. А ну. Донде стала библиотека. Но. Ничего нету, никого. Никого нигде, никто. Короче, если сейчас по нам начнут стрелять, я стою на тапок и отправляемся домой. Ты чё, у меня тут гранатку целую нашли? О! А, это не челы. Фу, это я уже все, я думал, все, это, конечно, это не челик. Это просто распалась эта штука. Ага, вон, вижу наверху, да. И ты меня, да, видишь, наверное? А ну? Дай. Все, хорошо. Убивай, Арчи, убивай. Так. Блин, не вижу. Вижу. А что такое? Что случилось? Ой-ой-ой-ой, ты тут с другом, да? А ты тут с другом, я смотрю. Ага, понял. Ой, это у меня игра зависла или что? Так, забрать. Скушать. Забрать. Так, ага, стой. Стой. А ты можешь? Можешь немножечко... Немножечко подождать. Только не бежать сюда, а подождать меня можешь? Так, есть, да, вроде? Вроде, да, есть, хорошо. Да. Ой. Все, да, побачили. Ребят, все, уходим, забираем грибочки, уходим отсюда. Не, все, домой. Сюда нету смысла приходить без этого. А, я еще замерзаю, твою ж. Слышно, лево, а дерева у нас нету, да? Да, дерева у нас нету. Ладно, быстро домой, быстро, пока мы с вами не откисли. Так, давай. Все. Назад. Холодно, знаю. Маленькой елочки, холодно зимой, все. Ну, пожалуйста, ну развернись. Ну, падла, ну развернись ты. Ты можешь раз... Моё. Игра, пожалуйста, нет, тут не заставляй меня матюкаться. Все, домой. Точно домой. По идее, у нас металла должно сейчас хватить. Посмотрим, сейчас откроем. Может, там плавильня будет. Поставим плавильню. Сделаем хотя бы ствол какой-то. Потому что с арбалетом бегать, ну, не. Это, кажется, себе дороже. Блин, думал сюда скатать. Ну ладно, надо будет запомнить этот островок. Все-таки до конца его долутать. Гранатку тратить не стал. Не стал тратить гранатку, потому что... Мало ли. Может, сейчас там рой зомби будет, а я такой чпуник и все. Да, кстати, надо не забыть. Как бы себе так бы его напомнить бы. Расставить факелы по острову. Потому что зомбаки бегают в некоторых местах. Там темно, я их не вижу. А так хотя бы по периметру расставить, чтобы ночью можно было с ними нормально работать. Холодно, оставайтесь возле огня. Да, все. Уже плыву. Так, что там по поводу металла? Дай посмотреть. Ну, в принципе, я думаю, хватит. Думаю, за по глазам.
Главное, чтобы это плавильня или я не знаю, что там будет, чтобы сильно много компонентов не стоило. Ну ничего, я к ним еще вернусь. Я к ним еще вернусь, ребятки. Мне интересно, кто-то на катамаране вообще, в принципе, катался. Он выдавал 60 км в час. Если ты катался на катамаране, выдавал ли ты 60 км своими ногами? А ну, напиши мне в комментариях. О, даже 70 вижу. Неплохо. Так, все, дома. Мы почти дома, ребят. Ну все, ну не задыхайся, ты не задыхайся, да. А, ты пока крутил, да? Педалями. И вспотел, уже и огня не надо. Ну правильно. Зачем оно то надо? Так, побежали домой. Давайте скинем все лишнее. Что у нас тут есть? Вот так вот. Гранатку по-любому. Патрошки. Ага, у нас 54 патрошка. Это хорошо. Сломанный мотоциклетный... шлем, я так понимаю. Ля, и даже монеточка есть. Да, вообще. Вообще огонь. Так, порох. Что тут лишнее? Что мне тут убрать? Что можно... Ага, стрелы лишние. И давай монеточку сюда. Так, давай, наверное, стрелы пока так. Что еще? И все вроде, да? Вроде да. Давай смотреть, что тебе нужно. Тебе нужно 15, 10. Тогда делаем вот так. Ага, у нас 3. Как 15, только 3, да? Я понял. Так, нормально. Нормально и нормально. Так, давай вот так. Мне нужно еще дерево, значит. Где-то сейчас надшаманить себе. А, вот и есть дерево. Отлично, 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 шикарно. Так, иди-ка ты сюда, зайчик. Ты мне пригодишься. Так, отлично, отлично, отлично. Так, а главное, погода не попасть. Все, супер. Идемте смотреть. По идее, этого должно... Но, ага, я не могу запрыгнуть, у нас энергии нету. Поэтому должно нам, по идее, хватить. Ну все, 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 успокойся. Так, ну и, пожалуйста, пусть там будет плавильня. Бум. Ля, шо мау. Боевая броня, шкура марлина. Знаю, где достать. Железный слиток, железный шлем. Рюнзак. Та ты шо, шкура акулы. Акулу я видел, где там плавает. Акулу забаранить, в принципе, можно. Вот, воздушный фильтр маленький, хорошо. Факелы делать, сера, хорошо. А, мы даже компоненты можем делать, прикинь. Сейф, все, живем. Так, мастерская брони, наковальня, печь. Может быть, использовано переобразование руды, вот оно, да? Так, станция для... Так, продвинутый насос дистиллирует морскую воду, ускоряет процесс. Угу, улучшенный гриль. Да ты шо, ребятушки. Так, вообще, только, наверное, знаете, я эти все... Что это такое? Это, наверное, отражение просто. Я, наверное, все вот эти вот штуки... Наверное, буду здесь на втором этаже делать, да, с вами? Я здесь красиво так стеночку поставлю, вот так... Наверное, здесь поставлю нормальную печку, нормальную продвинутый насос туда-сюда, на второй этаж. И главное, чтобы эти падлы не смогли забраться сюда. Но, по-моему, они как-то сюда и забираются. Да, они как-то сюда забираются. Я не хочу, чтобы они мне через крышу все разломали. Подлюки. Так. Надо будет как-то подумать это все сделать. Понятно, что без вас я этим заниматься не буду. Но надо будет как-то укруплять это все. Либо моторную лодку потом делать. Так, с вашего позволения я соберу. Соберу и посажу.
Так, 2, 3, 4, 5. И надо будет еще таких штук наделать. Так, это мы сюда, это мы сюда. Наверное, энергетик мы с вами. Один сюда, один сюда. Продвинутый гриль у нас же, у нас там есть. Это вообще хорошо. Даже очень хорошо. Угу. Давай смотреть. Черная майка. А зачем мне майка? Зачем мне майка? Мне майка не нужна. Так, давай смотреть, что нам нужно. Нам нужно с вами 8, 8, 5. 8, 8, 5. Так, надо металл, дерево. Ага, тут металла у нас нету. Металла у нас нету. Ну что там, рыбка? Изменить цвет. Взять рыбку. Опа. И нема рыбки. И нема. Это у нас было с вами. На это не обращайте внимания. Бред какой-то. Ну ладно. Ладно, допустим. Допустим, делаем ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Так. Давай, наверное, консерву сюда. Положим на место. Блин, столько всего новых предметов. Вы же понимаете, что самое интересное, что... Это мне надо будет еще открыть холодильник, поставить для себя. Холодильничек. Вот это полностью все пооткрывать, чтобы уже не лезть сюда. И все, сколько здесь предметов. Коктейль Молотова. Патроны на черном. Ага, вот. Сера и древесный уголь. То, что я говорил. Черный порошок. Черный порошок и металлолом. Делаются патроны. Пистолет сюда. Ага. Пистолет. Что с тремя? Нет. Вон, броню хочу, рюкзак хочу. Мне рюкзак по-любому нужен, только надо будет как-то забаранить акулу. Сейф хочу. Сейф надо будет, наверное, на втором этаже здесь где-то ставить, чтобы туда никто не залез. Так, мастерская брони, наковальня. Так, погоди, а что я хотел? Я хотел еще... Еще поставить... А, вот, да, мне железный слиток нужен будет. Все, Арчи, не отвлекайся. А, печка... 8, 8, 8, 8, 8. Так, дай мне дерево. Дай мне чуть-чуть дерева. 8 штучек надо всего лишь. Так, а, о! Клубничка, хорошо. Так, здесь нету деревья. Есть. 1, 2, 3. И даже рубить не надо будет. Вообще шикарно. Пусть растут. Пусть растут деревья. Чтобы у нас было красиво. А, ты сквозь скалу, да, прям? Растешь. На Новый год потом украсим с вами. А, вообще песня будет. Ладно, пошлите. Попробуем поставить с вами печку. Только куда мне печку ставить? Я хотел здесь поставить вот эту штуку. Вот эту вот оружейную мастерскую. Хотел ее сюда впихнуть. А где мы с вами печечку поставим? Где мы поставим с вами печку так, чтобы она и нам не мешала? И ее больше никто не тронул. Давайте, наверное, на втором этаже, да? Как думаете? Давайте, наверное, все-таки на втором этаже попробуем где-то ее поставить. Вот тут-то как раз на металле, чтобы нам ничего не... А, погоди. Поставил, проверяй. Мне надо сначала открыть ее. Надо сначала изучить. Чпуньк. Все. Теперь можно строить. Так, что у нас тут? Граната, топор, арбалет, факел. Не то, ткань не то. Так, а ты где? Так, ты где? Да, простой гриль, простой очиститель. Это у меня было. Печка, вот. Резина, дерево, металл. Резина, дерево, металл. Это у нас с вами все есть. Этого добра у нас с вами хоть отбавляем. С деревом проблема. Вот это вот шо-шо. С деревом проблема. Ну ладно. Сейчас что-то придумаем. Так, металл дай сюда. Давай, ты тоже сюда давай. Пойдемте срубим елочку. И, наверное, на втором этаже я все-таки поставлю там эту штуку. Печку. Так будет немножко надежнее. На первом не хочется сильно захламлять это все. Там может... Может, на первом этаже поставим улучшенную печку, либо опреснитель, не знаю, посмотрим. Просто я надеюсь на то, что когда будут зомбаки
сносить именно первый этаж мне, они до второго не доберутся. Не успеют. На первом, в принципе, у меня чего-то там такого нету, ну, кроме ящиков с запасами. Так что будем строить на втором. Ну, на крайняк насобираем потом этих компонентов и что перестроим где-то в другом месте. Так, давай смотреть. Печь. Печь. Печку мы ставим где-то вот тут, а подальше от стеночки, чтобы мы смогли туда даже поставить эти факела. Все. Шикарно. Так, разместить предмет. А что я разместил? Я что-то разместил. Ребят. Я что-то разместил. Шо? Шо я разместил? Ага. Ага, я, наверное... А, я железную руду разместил, да? Так, ладно. Вот это ты коптишь, да? Так, а с этой стороны что? Давай древесину, добавь древесину. И сколько оно у меня будет его плавить, так? Так, я пить хочу. Хочу пить. Идемте попьем. Ой, вкусно. Вкусно. Так. Блин, сколько всего интересного. Так, насос потом поставим и улучшенный гриль поставим. Наверное, мы насос где-то тоже на уличке или куда его ставить. А улучшенный гриль мы сюда запихнем. Блин, жалко, зеркало надо будет убирать. Ну, либо я посмотрю. Я посмотрю, может быть, здесь уберу вот эти два ящика. Уберу этот гриль. И поставлю здесь улучшенный гриль. Так, идемте смотреть. Идемте смотреть. Все закончилось, да? Так, взять предмет. Та, тля. Моя ж ты, кителя. Ну шо, живем, ребят. Поздравляю нас. Мы с вами добыли. Мы с вами добыли первый слиток. Это как в этом. С Томом Хэнсом, да, вот в фильме «Изгой», по-моему, как он. Я добыл огонь. А я добыл первый слиток. Так, ладно, давайте смотреть, сколько нам нужно для оружейного стола. Стола. 4 штучки. Ну, в принципе, немного. Но мне для этого еще дерево нужно будет. Потому что древесины у нас маловастенько. Я в основном все трачу на вот эту вот постройку. Блин, долго, конечно, это все происходит. Нельзя как-то это все ускорить. Может, там где-то продвинутая эта штука есть. То есть она быстрее будет все идти. Так, улучшенный гриль, плита. Но это не то. Продвинутый насос, это не то. Станция для... Что это? Дон дистали библиотеки. Станшн. Билдинг. Ага, понятненько. Наковальня. Ля, исследуем наковальню. Что мы на наковальне там будем? По-любому что-то будем делать, да? Сейф. Хочу сейф себе. Не знаю, я все хочу. И рюкзак хочу себе. Надо будет поплыть за баранить акулу. Сделать себе нормальный рюкзак. Так, ладно, ребят, наверное, давайте на этом серию закончим. Я, наверное, пару дней пока месяц отдохну от игры. Я что-то пока месяц уже на это, как я наигрался, насладился. Нужно отдохнуть, расслабиться, а потом уже с новыми силами дальше продолжать записывать. Жрю, наплавлю себе металла, пооткрываю себе этот, как я, оружейный стол, поставлю. Будет ствол, сплаваем туда, заберем у них остров, отожмем. И дальше будем продолжать развиваться. Это же мы сможем теперь с вами даже делать... Вот эта штука, да? Армированная стена. Можем себе стену армированную делать. Прикольно. Но дорого стоит. Реально дорого стоит. А у меня металла даже столько нету. Помните, я говорил, я хотел сплавать вот на... Вот на этот остров посмотреть, респится ли там этот Q-металл. Давайте, наверное, сплаваем туда. Я посмотрю, и мы с вами, в принципе, на этом и закончим.
Потому что если там металл не респится, именно железная руда, то это будет печалька. Я не знаю, где мне добывать. А, во-во-во-во-во, зомбаки плывут, ребят. Плывут, зайчики, плывут, мои хорошие, плывут мои... Мои пандлы плывут. Ага, ты еще и с арбалетом, да, я смотрю? Ты самый умный у нас, короче, да? Самое интересное, я не знаю, как он в воде, падла, меня стреляет. Понимаешь? Он в воде меня стреляет. А, у тебя еще и ствол. У тебя еще и ствол, да, я смотрю? Блин. Сплавал, проверяй, ребят. Сплавал, проверяй. Сплавал, блин. Ой. Ладно. Это же вы мне сейчас... Вы же меня сейчас же все покоцаете, да? Вы мне кладу, что все покоцаете. Не-не-не-не, отстань, пожалуйста. О! Да. Эй, во-во-во-во-во, женщина. Тихо. У нас бинтов нету для случайного в доме, Арчи? У нас есть бинты? Да, я вижу, что нам... Нам очень плохо. А нет, бинтов нету. Надо создать бинтик. Надо создать бинтик и что-нибудь скушать. Все, пойдем поговорим. Кто там, что там делает? Кто там стреляет? Иди сюда. Все. До побачення. Ага, где ты? А где ты? Алло. Либо ты наверху, или где-то... А, ты спрятался, да? Ты, зайчик, спрятался. Ах ты... Патра, а? Сейчас я вернусь, погоди. Погоди, постой, сейчас я вернусь, а. Блин, надо ствол. Реально надо ствол. Без ствола это не дело. Без ствола это вообще не дело. Ага, там еще кто-то есть. Так, ну хотя бы консервы принесли. Сейчас, погоди, ты там сильно не этот, не бушуй. Интересно, они мне повредили хоть что-то или нет? Да, панды повредили. Ну, не так много, как я думал. Так, сейчас я его залутаю. Взять все, как раз нормально. Взять все. Да, я занямаю. Так, на месте. Все, отлично. И пойдем с этим разберемся. Кто там бушует? Ну, кто там бушует? Скажи, пожалуйста. Что у тебя? Взять все. Кто там? Где ты вообще, алло? Алло, придурок, ты где? А, ты плаваешь, да, у нас? Ты чё? Ты чё, падла? Вообще? Попутал. Кто? А это хорошо, да? Не смог заплыть? Взять все, отлично. Надо будет такие же самые колья поставить вокруг этого. Там, где я уплывал. Вы не поверите, сколько я дерева на это потратил, ребят. Просто забей. Ладно, справились. Побежали все-таки. Сходим, съездим, скатаемся, сплаваем на тот островок. Все-таки на тот островок сплаваем. Посмотрим, если там... Железная руда появилась, хорошо, если нет, то печалька. Надо будет исследовать острова. Так, по-моему, ага, вот этот вот остров, по-моему. Если не ошибаюсь.
Ладно, сейчас посмотрим. Блин, нам тут тоже надо будет вот так шипы поставить. Потому что последний не смог залезть. А возможно, даже если я там нормально шипов расставлю, прямо аж в воду, то возможно они туда и не заплывут. Только единственное, что мне надо будет сделать себе, наверное, пирс продлить. И возле пирса... Ладно, это так. Чисто мысли вслух. Так, бонжур. А можно ли мне железные руды? Так, во. Это железная шруда, правильно? Нет, это... Это нет, это... А это железная руда. Значит, по идее, оно возрождается. Угу. Конечно, маловастенько. А, ага, ага, у меня полная все, да? Ладно, давай. Давай попьем. Давай попьем. Все, все забрали. Не, осталось. Так, место есть под клубничку? Есть, конечно. Так, блин, ну два камушка. Ага, лимончика. У меня места нет уже. Тогда червячков. Чисто... Чисто до побачения с червячками. Так, лимончик. А, это у меня выпал этот, как его, червячок. Понял. Червяк джин выпал. Ага, нас всего по 5 штук, да? Тогда уголь нам не нужен. Одно дерево нам тоже не нужно. Угля у меня там много, около 40 штук. Ну, значит, живем. Что мало сказать, значит, живем. Значит, можно будет сюда поплавать. Нафармить себе спокойно железо. Так, червячки. Это как раньше был мультик «Червяк Джин». Кто помнит. Так. Железная руда. Ага, все, не влазит. Не влазит, не влазит, не влазит. Что у нас лишнее с вами туточки? Что мы можем с вами избавиться? От чего? От одного металла? Ну, блин, ну металл вроде мне нужен. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хотя ладно, ладно, не будем жадничать. Все, поплыли домой. Поплыли арчи домой. Хорошо, что остров с металлом рядышком. Маловастенько, конечно, маловастенько, но... Маем еще маем. Так, бонжур, все, поплыли. Все, даже сейчас и... А, ну так, у меня что-то есть в сундуке? А, ну да, и в сундуке у меня что-то даже есть. Сейчас плывем домой, даже переодеваться, раздеваться не буду. Сразу так в верхней одежде ложимся спадки и, как говорится, и да потом. Так что, кто смотрит эту серию, я не знаю, когда она выйдет, может... послезавтра, то пару дней, пока я здесь без этой игрули, я хочу немножко отдохнуть, потому что реально сильно много всего нужно добывать, делать. Хочется немножко, как говорится, отдыха. Просто не... Нет, знаешь, как говорится, нет такого желания переиграть в игру, чтобы она надоела, а потом записывать чисто ради того, чтобы записать. Не, нужно кайфовать от игрули. Я так от нее кайфую, но нужно еще больше от нее кайфовать. Так что все, давай поплываем к пирсу. Я думаю, наверное, вот так по воду я тоже заделаю это все колючками. Так, все, отлично. Вот так по водичку я колючки себе еще поставлю, чтобы они просто здесь плавали, а я их буду баранить с арбалета. Ну, звучит как план. Так, ладно, все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Что тут, спадки, да. Всем пока-пока, да потом. Я тоже пошел отдыхать. Сейчас заберу только... Ага, забрал, проверяй. Ладно, 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 сейчас. Мне ж не впадло подняться, спуститься. Так, бумс, чпуникс. По-любому заберу. Так, давай сюда. Во. А ты давай. А горшочек говори. Так что все. Всем пока-пока. Да потом. И в следующей серии будет следующая серия. Все. Всем мур-мур.